«Короткий танец». Также Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Их новый тренер Марина Зуева. Знаменитый тренер, которая воспитала и чемпионов мира, и олимпийских чемпионов. Сегодня она тренирует этот дуэт. Поздравим Викторию и Никиту с дебютом на соревнованиях столь высокого уровня. Ну и сейчас слово за арбитрами. Тут, конечно, все важно. Все детали, здесь мелочей не бывает. Это и уровни элементов, и, конечно же, оценка.